Всем привет! Сегодня продолжаем изучать основы Cinema 4D, и в этот раз разберем вот такую вот простенькую анимацию от Джоэла Рэба из Хьюстона в запрещенном инстаграме. Давайте попробуем понять, что здесь у нас происходит. Значит, у нас здесь два слоя с шестигранников, первый верхний слой исчезает, а нижний слой, ну, поднимается вверх, занимает это место, и получается зацикленная анимация. Попытаюсь с вами повторить. Также, прежде чем мы начнем, рекомендую зайти на Zernoff Lab Academy. Здесь можно найти все мои курсы по монтажу, по работе с премьером, с After Effects, по теории монтажа и так далее. Курсы 3D тоже со временем здесь появятся. Разные курсы с обратной связью по теории и практике работы с видео. Заходите, не пожалеете. Я уже здесь такую анимацию сделал, теперь давайте с вами ее повторим вместе. Значит, начнем с первого. Открываю, создам новый проект. Еще раз, у меня Cinema 4D 2023, они тоже пришли в нумерацию как Adobe по годам. И теперь нумерация будет вот такая вот. То есть, да, это было 26, а потом резко 2023. Значит, немного напомню координацию камеры. Значит, с цифрой 1 у нас работает панорама, с цифрой 2 и левой кнопкой у нас работает зум, с цифрой 3 и левой кнопкой у нас rotation. То же самое можем сделать с нажатой клавишей Alt, и тогда влево-вправо левой кнопкой у нас будет Rotation, правой кнопкой будет Zoom, а средней кнопкой будет панорама. Каждый выбирает то, что ему удобно. Кто-то выбирает цифры 1, 2, 3, кто-то выбирает Alt. Для начала создадим первый shape. Идем вот сюда вверх, Rectangle, End Side. И он как раз сразу создается шестигранником. Давайте ему радиус уменьшим до 200, ой, до 20, просто чтобы был поменьше. И положим его вдоль оси XZ. То есть вот у нас ось Z, ось X, мы его кладем на пол. Хотя, в принципе, можно его оставить вертикально, но мне как-то так привычнее. Этот N-угольник мы засовываем в Extrude. Используем модификатор Extrude. Можно просто выделить экструд и перенести внутрь, либо запустить экструд с нажатой клавишей Alt и выделенным шестигранником. Выделив экструд в настройках Object, мы видим у него параметр Offset, который отвечает за его глубину, поэтому мы делаем, ну, сантиметрика 3, допустим. Вот у нас готова болванка первоначальная. Выделив экструд, мы с зажатым Alt-ом, зажимаю Alt, кликаю на клонер. Клонер у нас создал кучу таких деталек, это не то, что нам нужно. Нам нужно мод клонера поменять на Honeycomb. Это пчелиные соты. Только, опять же, их разместить не вдоль оси. Сейчас они вдоль оси XY, а нам нужно вдоль оси XZ. И уменьшить между ними расстояние. Пам. Пам. Уменьшаем расстояние. Вот, почти получилось. Нужно между ними оставить небольшой просветик, чтобы они не совсем в стык. Тогда у нас будут как раз эти линии. Если мы их совсем состыкуем, то тогда у нас не будет, собственно, рисунка шестигранников. Так, предположим, это мы сделали. Да? Давайте сейчас, пока мы рядом, настроим камеру и настроим проект. Я нажимаю Ctrl-D. И у меня вот здесь справа в атрибутах настройки проекта я поставлю 24. Большинство аниматоров делают 24, потому что это на 1 кадр меньше, чем 25, и на 6 кадров меньше, чем 30. И это, собственно, время рендера. Я думаю, всю анимацию нам секунд на 5 надо, поэтому мы можем здесь 24 умножить на 5, если мы не помним точно, сколько это будет в кадрах. Он сразу напишет нам 120. И также я зайду в Edit Render Settings вверху. Сразу выставлю здесь рендер не стандартный, а Redshift. И, ну, потом выберу, где сохранить. Redshift. Остальное все оставлю пока без изменений. Поставлю здесь только тоже, чтобы было 24 кадра, но это важно только для рендера. Окей. У нас есть соты, и пока это все. Давайте сначала выставим кадр. Я создам камеру, вот здесь вот. Камера приняла тот вид, с которым мы смотрим изначально. Я ее настрою, включу, чтобы вы видели через камеру. Вот для этого активирую этот кусочек. Эту пижмочку, она стала белой. Теперь координаты я
координату x обнулю, координату z обнулю, для того, чтобы моя камера стояла ровно над центром поля. Но у нас наша фигура не в центре, потому что у нас еще остался rotation. Я обнулю rotation h и второй rotation поставлю минус 90. Это значит, камера смотрит строго сверху вниз. А, вот что я хотел сделать. Я хотел в настройках рендера сразу выставить, что у нас будет квадратное поле. От этого просто зависит, и будут зависеть настройки камер, поэтому поставлю 1280 на 1280. Окей, видите, у меня сразу все переформатировалось здесь. И камера у меня стоит в центре. Мне нужно понять, сколько сот мне надо. Я загляну в наш референс. Здесь у нас порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 где-то. Где-то 13 по горизонтали. И здесь тоже, давайте еще с этим разберемся. Здесь у нас, скажем так, соты в стык идут здесь по горизонтали, а здесь соты в стык идут по вертикали. Поэтому мы немножко клонер наш повернем на 90 градусов, чтобы он был больше похож на наш референс. И добавим количество полей в object. Там у нас было 12, но вот я поставлю здесь. Здесь, получается, надо в два раза больше поставить. И теперь высоту камеры через координаты высоты я кадрирую, сколько мне надо. Раз, два, три, шесть, девять. Ну вот столько примерно, да. И границы кадра мы выставим по вот этой линии. Так, и выставляем количество. Тут мне еще, смотрю, сверху осталось немножко. Я добавлю еще туда. Так, теперь у нас поле заполнено полностью. Но я еще добавлю количество по горизонтали, потому что мне нужно, чтобы центр кадра был в центре первой единички первого объекта, поэтому я сюда еще добавлю вот так вот. У меня получилось 15 на 27. И давайте еще подровняем камеру. Я просто опущу, хотя нет, еще рано. Смотрите, важный момент: если мы посмотрим на референс, здесь два слоя, и мы смотрим на них сверху вниз. Если мы второй слой поднимается снизу вверх. Если фокусное расстояние достаточно широкое, как у нас сейчас, у меня сейчас 36 миллиметров, то тогда верхний и нижний будут сильно отличаться друг от друга, потому что угол съемки широкий. Для того, чтобы они были примерно одинаковы, нам нужно выбрать очень узкий угол съемки. То есть идем в камеру, настройки камеры, и вместо 36 поставлю что-то большое, прям, допустим, 200 или 400. Давайте 200. Хватит, мне кажется. Соответственно, камера у нас сильно как бы не опустилась, она просто у нее стал очень узкий. Вот теперь у нас получается что-то вот типа такого. Теперь, когда мы сделаем копию, вот сейчас я сделаю копию с Ctrl нажатым, и я ее буду опускать относительно этой, она, видите, насколько сильно она отличается, и уже тогда не происходит перекрытие. Вот это вот, скажем так, ячейки оказываются, границы между ячейками оказываются в других местах, и поэтому не получаются ровные линии. Соответственно, чем больше, там будет небольшая разница, где-то 7, вот где-то, да, 7 сантиметров разницы между этими полями, с фокусным расстоянием в 200 смотрится, как что они на одинаковых местах. Возвращаемся обратно к камере. Я смотрю сквозь камеру. Все меня на этот момент устраивает. И теперь я делаю здесь Rigging Tag. Говорю Protection. На всякий случай, чтобы теперь я больше ее не сдвинул. Все, я настроил, я зафиксировал. И больше она никуда не денется. Теперь отключу нижний клонер. Работаю с верхним пока. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы кубики сжимались от центра к краям. Поэтому мы идем в эффектор Plane. При выделенном клонере я выбираю Plane. И он по умолчанию поднимает его на 100 см вверх.
это не то, что нам нужно. Мы идем в настройки эффектора, параметр, выбираем, убираем position и ставим scale, uniform scale. И он скейлит это все, видите, все сразу до, мне нужно, видите, если уже больше минус одного, они начинают снова расти, поэтому я выбираю до минус одного. Они все исчезли. Бум. Теперь мне нужно, чтобы они исчезали не сразу, а от центра к краям. Поэтому я иду в поля и выбираю поле, которое будет нам этот параметр анимировать. И в данном случае это будет spherical field. Здесь разные поля есть. Я выбираю spherical. И вот он делает как раз то, что мне нужно. Смотрите, у него есть параметр size, радиус, который выполняет эту всю анимацию. Но для начала я создаю начальную точку в нулевой секунде. Размер этого spherical field 0. Теперь довожу это где-то до, ну, пусть будет до конца. И просто увеличиваю параметр до тех пор, пока все не исчезнут. Все, все исчезли. Я ставлю точку еще одну. И вот у нас уже... Первая часть анимации есть, только у нас почему-то, наверное, я начальную точку сдвину. Так, у нас возникла проблема. У нас первая клетка исчезает не плавно, а мгновенно. И это не тот эффект, который нам нужен. Давайте тогда еще сделаем кое-что. Давайте у нас будет у spherical field еще... Изначально радиус, допустим, вот такой вот. И будет параметр финальной части. Я зафиксирую. Параметр position по оси Y. И в начальной точке я его опущу вниз. Вот так вот. Сейчас я выйду с камеры, чтобы было видно. Этот филд у меня не просто расширяется из нулевой точки, а расширяется и поднимается. Поднимается вверх. Окей, значит, у нас есть еще одна позиция снизу. Тот же самый клонер, который должен одновременно с исчезновением этого подниматься на... сейчас вот у меня он стоит на 7 сантиметров ниже, а вот он должен постепенно подняться на 7 сантиметров наверх. Как нам это проанимировать? Мы также будем использовать plane. То есть, допустим, если я создал plane 2, я уже по-другому применю его, пойду в Effectors, у меня здесь ничего нет, я применю этот plane. Он сразу по умолчанию поднимает на 100 пикселей, мы говорим, не-не-не, 100 много, давай-ка ты на 7 поднимай, и тогда он совместится с этим. И, возможно, мы даже сможем использовать тот же самый spherical field, если мы пойдем к нему... и перенесем сюда, у нас получается то, что он один управляет этот field и сжиманием у верхних и подъемом всех остальных. Но тут получается немножко не то, что нам нужно, потому что они совмещаются на какую-то долю друг с другом, и поэтому у нас не будет работать тень. Поэтому давайте мы То есть сейчас у нас plane поднимает всю эту историю на несколько сантиметров.
И, в принципе, нам нужно что? Нам нужно примерно такой же филд, как у нас есть, который бы управлял им. Поэтому я сделаю копию, перенес с контролом. И здесь я перенесу его сюда. Просто я сделаю анимацию у него чуть попозже, чтобы у нас была задержка, чтобы сначала у нас сжимались верхние кубики, а потом поднимались нижние. Поэтому я выделю этот второй филд. Вот здесь у меня на таймлайне показаны его точки. Они вот есть в начале, то, что отвечает за расширение, и то, что отвечает за position. Я их просто сдвину попозже, поставлю. Выделю вот так вот. И сдвину попозже. Теперь у нас анимация этого сферического поля будет запаздывать за анимацией вот этого сферического поля. Кстати, их положение здесь абсолютно не важно. Не обязательно должно быть подчинение. Это я просто так сделал. Теперь, хоп, что у нас получается? Чтобы нам это видеть, сейчас поля красят в какой-то свой цвет. В данном случае в зеленый. Красят в зеленый цвет те фигуры, на которые они воздействуют. Поэтому сейчас выберу я оба поля. Пойду к ним в Color Remapping и просто уберу, чтобы не было никакого Color Remapping. Теперь они все будут просто черно-белые. Возвращаемся снова взгляд через камеру. Здесь проблема в том, что все это происходит, но этого не видно, потому что они одного цвета. Давайте создадим текстуру. Создам новый default material, так как я выставил материал Redshift, так у меня и здесь появился Redshift. Redshift-овский материал, потому что я до этого выставил рендер Redshift. Я выберу ему цвет чуть-чуть, ну, почти белый. И уберу ему roughness цвета, сделаю максимум, чтобы он был не блестящим. И назначу его на оба клонера. Пам. Ну, давай сейчас просто на одном, чтобы было видно, в чем разница. Та-та-та-та-та. А нижний поднимается. Это мы сейчас создадим второй клонер. Я включу RS Render View, чтобы видеть, что получается. Засуну сюда. Включу. Как это будет выглядеть на рендере. Теперь давайте создадим свет. Я создам просто дом light и сразу все залило цветом, потому что дом light светит со всех сторон одинаково, как песня «Солнце светит всем одинаково». И чтобы нам какая-то текстура создалась и тенюшечки между ними, я создам еще один area light. Вот он появился и на пол экрана светит. Я его подниму, передвину, столько белого, и поверну немножко вниз. Так, слишком сильно. Я хотел только по одной оси, по красной. Эп. Взгляну, как это выглядит с камеры. Кстати, очень удобно. Можно рендер-окно переключить на камеру. Тогда он будет показывать, как это выглядит с камеры. Знаете, что у меня мысль какая? Я хочу увеличить границу между объектами клонера. Поэтому я могу выделить и первый, и второй клонер. И увеличить у них немножко... Здесь у нас 35, пусть будет 36 сантиметров. И здесь пусть будет 32. Нет, пусть будет тут 31 и 36, нормально. То есть уже какая-то граница видна. И я хочу уменьшить яркость дом лайта. Сейчас он стоит единицей, я поставлю 0,4. Ему надо-то совсем чуть-чуть. Во, вот уже что-то похоже, может быть даже 0,3. Теперь смотрим, получаются ли у нас тени. То есть вот у нас солнце я не в ту сторону направил, да? Точнее, не солнце, а световой прибор. Чтобы управлять объектами, можно переключаться Move Tool, клавиша E.
Можно двигать его сюда. Клавиша R – Rotation. Так. И мне кажется, он тоже слишком ярко светит. Давайте ему тоже интенсивности убавим. Вот. Так, примерно. Ну что, вроде бы у нас получилось, что мы хотели. Эти разбегаются, волны средние, выезжают на их место. И в конечном кадре мы получаем то же самое, что и в первом. Вот первый, вот последний. То есть у нас визуально не отличаются, значит, мы можем вполне спокойно эту картинку зациклить. Нам осталось ее только отрендерить. Поэтому смотрим, если тут нас все устраивает. Идем в Edit Render Settings. Выбираем здесь All Frames с 1 по 20. Дальше идем Save. Я выбираю обычно рендерю в PNG. Хотя можно и отрендерить сразу в MP4. Выбираю, куда я буду это делать. Допустим, так. И название файла 002. Сохранить. И дальше уже есть два варианта. Либо нажать рендер здесь. Так, надо только взглянуть на это, переключиться на камеру. Все, переключились на камеру. Либо рендер здесь, либо, второй вариант, отправить эту рендер queue. Можно добавить в рендер queue, можно добавить очередь задач, примерно как в медиа-энкодере в премьере, и там, поставить их на ночь рендерить. Но при этом не будет виден результат. Если мы рендерим через Picture Viewer, то будем видеть результат. Поэтому я выбираю Render to Picture Viewer, и процесс пошел. Ну и после того, как рендер в картинке закончится, мы можем это соединить в премьере или в After Effects в видео, добавить к этому музыку, если хотим, или какие-нибудь звуки, или просто без звука отрендерить и повесить. А это все, пока.